Всем привет! Я обожаю последние дни уходящего года. И не только потому, что завораживает предпраздничная суета, когда, как мне сейчас, вспомнить обо всем хорошем, что мы оставляем в пролетевших 365 днях. Пост & Лайк сегодня представит самые яркие публикации 2015 года, но не будет расставлять их по местам. Из всех фотографий и видеоматериалов диновцев я больше всего люблю летние картинки. Столько радостных событий происходит в это время. Во-первых, конечно, интересно взглянуть, какие выдались каникулы. А ведь отдыхают же все по-разному. Кто-то нежится на пляже, кто-то проходит курс психотерапии у Зигмунда Фрейда, кто-то уплывает на остров со второй половинкой, кто-то, щедрая душа, дарит именные подарки родным. Ну а кто-то меняет свой социальный статус. Холостяками перестали считаться двое. Алимао попросил руку и сердце у Элис, сыграв свадьбу на родине в Бразилии. А чуть позже в российском Глазове. Горько кричали гости на торжестве по поводу бракосочетания Данила Кутузова и его избранницы Анастасии. Морено, правда, женился не в 2015 году, но в августе в его личной жизни тоже произошли большие изменения. Он стал папой, у него родился первенец, сынок Брайан. Именно ему и своей супруге наш игрок посвящал все публикации на своих страничках в соцсетях. Семейными радостями, но независимо от времени года, делится с друзьями и болельщиками Дмитрий Прудников. Каждый раз капитан Дины не без гордости выкладывает интересные фото и видео с сыном. От себя замечу, что Артемка с каждым годом становится все более завидным женихом. Спортсмен, красавец и кулинар. Позитив все ищут в разных вещах. Для кого-то отдушина семья, а у кого нет любимой девушки или супруги, те развлекаются иначе. Диновская молодежь время от времени удивляет подписчиков. Признаешь честно, что когда у меня не очень хорошее настроение, то я открываю чью-то публикацию и сразу начинаю улыбаться. Не верите? Убедитесь сами. Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Как мы гуляем, то гуляем. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Никого я не рисую, не умею, не танцую. Это, конечно, все хорошо, но когда нет здоровья, смеяться, улыбаться, а тем более прыгать до потолка не очень хочется, но и унывать при этом не стоит. Те, у кого случились повреждения в этом году, через соцсети рассказывали и показывали подписчикам не только о своих восстановительных процедурах, но и чудо-аппаратах, которые им помогали в этом. Лично я только таким образом узнала, что медицина сейчас на грани фантастики. Ну и напоследок я, конечно же, добавлю немного предпраздничной суеты 2015 года и красивых новогодних картинок. Вот таким запомнился год, если листать его по страничкам соцсетей. Конечно же, было еще много событий, которые можно выделить. Да что там событий? Согласитесь, каждый пост и каждый лайк – это уже событие. Мне бы очень хотелось пожелать в новом году, чтобы у диновцев, да и у вас, было как можно больше хороших и позитивных публикаций, и чтобы мне захотелось об этом рассказать вам. С наступающим 2016 годом! Пока!